XIX века ознаменовала новую эпоху в развитии России. Для того, чтобы отвоевать земли, на которых стоит город, Петру Первому, тогда еще царю, а не императору, пришлось провести ряд военных реформ. При нем с нуля был построен российский флот и реорганизована армия. Уже через 9 лет после своего основания Санкт-Петербург стал столицей Российской Федерации. В 18 веке через Мойку были перекинуты несколько цветных мостов. Синий, зеленый, красный и желтый. Такие яркие цвета были несколько непривычны для Петербурга, в котором строгость и сдержанность окраски зданий оговаривалась в императорских указах. Но поскольку все эти мосты были очень похожи друг на друга и располагались в тесном соседстве, их путали даже сами петербуржцы. Поэтому их и пришлось выкрасить в разные цвета. Впереди Красный мост. Он примечателен тем, что сохранил свой первоначальный облик. Именно такими были мосты через реку в 19 веке. Он, конечно же, был реконструирован, из чугунного стал стальным, но его внешний вид был полностью сохранен. Мост находился на Гороховой улице, которая является одним из лучей, отходящих от Адмиралтейства, и первоначально имела название «Средней перспективы». Невский проспект назывался «Большой перспективой», Вознесенский проспект – «Малый». Нынешнее название улица получила в середине 18 века, когда купец Гарах построил на ней каменный дом и открыл лавку. В народе неизвестную фамилию переиначили в Горох. Так улица получила свое название, и никакого гороха на ней не росло. Первые годы строительства Петербурга по левую руку от нас была морская слобода. Здесь, в шалашах и деревянных избах, ведь камня на всех не хватало, недалеко от Адмиралтейства жили его служащие, а также моряки разных званий и работники верфи. В слободе был организован морской рынок. Там продавали еду, дрова и сено. Жильцы попадали домой в том числе на лодках по мойке. Во время пожаров в 30-х годах 18 века слобода полностью выгорела и была перенесена в другое место. А здесь купцы начали строить новые каменные дома. Справа вдоль мойки тянется высокая ограда с входом-аркой посередине. За ней находится педагогический университет имени Герцена. Это бывший дворец Кирилла Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Владелец устраивал там роскошные балы и маскарады. Позже, по указу Павла I, дом был передан воспитательному дому. Там жили сироты-подкидыши, инвалиды. Символом приюта был пеликан. Его изображение можно увидеть в верхней части арки, над входом. Справа у моста мы видим роскошный дворец розового цвета. Он принадлежал богатой и знатной семье Строгановых. Они были близки императорской фамилии, и поэтому их дом строил придворный архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Это единственный сохранившийся частный дом его авторства. Растрелли оформил два главных фасада дворца по Мойке и Невскому проспекту в итальянском стиле. Обратите внимание на колонны и медальоны под окнами второго этажа. Внутри, несмотря на перестройки и пожар, сохранился роскошный бальный зал авторства Растрелли. В этой части города Мойку пересекает Невский проспект. Мост, по которому он проходит, еще 3 века назад был назван зеленым за цвет перил. Раньше он был деревянным. Но в самом начале 19 века здесь построили первый в Петербурге чугунный мост. Его проект был утвержден как типовой для переправ через Мойку. Сразу за зеленым мостом, слева, вы видите дом купца Катомина, желтого цвета. В первой половине 19 века здесь помещалась кондитерская Вольфа и Беранжи.
О ней и газетчики писали как о храме лакомства и мотоцикла, а о сладостях как о произведении искусства, созданном из сахара, шоколада и безумия. В этой кондитерской, живший неподалеку Александр Пушкин, встретился со своим секундантом перед дуэлью с Дантесом. Поединок окончился смертельным ранением русского поэта. Первые 30 лет существования города берега этой части Мойки уже были заселены. Большинство домов были построены из дерева и располагались близко друг к другу при многоуровневой хаотичной застройке. В 30-х годах 18 века здесь произошли два сильных пожара. Они уничтожили большую часть построек района. Погорельцев расселили, а власти сразу же разработали генеральный план города. Петербург поделили на районы части для удобства пожарной охраны. Улицы получили официальное название. Все центральные районы можно было застраивать только каменными зданиями. Начали проводиться противопожарные мероприятия, плановые проверки оборудования, например, печей. Длинный желтый дом с колоннами, который тянется до самого моста, можно сразу и не узнать с этого ракурса. Перед нами здание главного штаба. То самое, которое выходит фасадом на Дворцовую площадь. Главный штаб был центральным центром военного управления, да и сейчас здесь располагается командование западного военного округа. Вместе с военными тут также размещалось Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Архитектор главного штаба Карл Росси. Сооружение считается уникальным. Было очень сложно объединить разрозненные дома по берегу Мойки и на Дворцовой площади в единый комплекс. От некоторых домов оставляли только каркас, а внешний корпус строили заново. А фасад главного штаба имеет форму дуги, протяженностью более полукилометра. Это одно из самых длинных сооружений в Европе. От моста перед нами немного виден кусок Дворцовой площади с Александровской колонной, которая, как и арка желтого здания главного штаба, посвящена победе 1812 года. Вы сможете увидеть колонну, взглянув налево и немного назад, когда мы выйдем из-под моста. А ведь там, в центре Дворцовой площади, мог стоять памятник Петру Первому. Именно архитектор самого длинного строения Петербурга, Карл Росси, отговорил императора от этой идеи и предложил более логичный по тематике монумент. Там же, от моста, виден угол здания главного штаба, выходящий на Мойку. Его оставили острым, чтобы не нарушать плавность линий здания со стороны площади. В народе этот угол быстро получил прозвище «Кутюк». Мойку заселяли адмиралтейские сборища и нечистоты штрафовали, били кнутом, а в некоторых случаях даже отправляли на каторгу. Развитие Петербурга с момента его основания активно контролировалось императором Петром I. Он сам утверждал централизованные планы застройки города, часто по его просьбе переносились уже построенные дома. Вид целых набережных или основных улиц регламентировался его указом. Мы входим в Зимнюю канавку, небольшой канал, соединяющий Мойку и Неву. Обратите внимание на арку-галерею над водой. Мы сейчас подойдем к ней поближе. Арка соединяет здание старого Эрмитажа слева и Эрмитажного театра справа. Старый Эрмитаж
был построен специально для большой коллекции произведений искусства Екатерины II. А в Эрмитажном театре проводились придворные театральные спектакли и маскарады. Сейчас оба они принадлежат музею Государственный Эрмитаж. Когда галерея была построена, завистники пытались оклеветать архитектора в глазах заказчицы императрицы Екатерины II и пустили слух, что Анка очень непрочна и может упасть в любой момент. Екатерина, чтобы развеять все домыслы, приказала устроить в галерее религиозный пир с множеством приглашений. Само собой разумеется, что Арт-Мост, проект, который был частью продуман и рассчитан, выдержало празднество, после чего вопросы о ее точности уже не обсуждаются. Бывая под аркой, взгляните налево на небольшую лестницу, спускающуюся по лестнице. По легенде, на третьей ступеньке этой лестницы сидит незримый друг Петербурга. Поприветствуйте его, сняв шляпу и заходите к нему, когда бываете в центре города. Зимняя Танака – это удивительно тихая и красивая. Мост за аркой галереи на выходе к Киеве приведет большая утренняя алтарь из Корского и Глаза. Прямо перед вами в городе Зимний Танак. Отсюда происходит второе популярное название этого моста – мост Зимний. Сейчас мы выходим в акваторию Невы, главной реки Санкт-Петербурга. Именно вокруг этого места и начинал развиваться наш город. Разведенные мосты над Невой давно стали символом Петербурга. Слева от нас находятся Дворцовый и Биржевой мосты, соединяющие Васильевский остров с центральной частью города и Петроградской стороной. Справа же расположен Троицкий мост, прямо по которому проходит Пулковский меридиан. До начала 20 века этот меридиан использовался в качестве нулевого для отсчета географических долгот на картах Российской империи. В конце 16 века территория Петербурга принадлежала Швеции. Русские и шведы боролись за удобный выход к Балтийскому морю. Отвоевав эти земли, царь Петр I понимал, что нужно любой ценой преградить путь шведам и закрепиться на берегах Невы. Для этого прежде всего нужна была крепость. Петр I сам выбирал для нее место, исследуя топ и берег реки. Крепость была построена на Заячьем острове, устье Невы. Сегодня над ней возвышается шпиль Петропавловского собора. Цитадель была заложена 27 мая 1703 года. Сейчас этот день отмечается в Петербурге как День города. Проект крепости был подготовлен инженером Ламбером при участии Петра Великого. Она построена в форме шестиконечной звезды, каждый угол которой завершает укрепление – бастион. Бастионы названы именами сподвижников Петра I, которые наблюдали за их постройкой. Нарышкин, Меньшиков, есть и Государев бастион. Практически одновременно с началом строительства крепости начинается сооружение первого храма – Петропавловского собора по проекту Доминика Триси. Колокольня собора с ангелом на шпиле, наверное, самый известный символ Петербурга. Шпиль долгое время был главным наблюдательным пунктом. Петр так сильно хотел высокую колокольню, что ее, вопреки традициям, стали строить раньше самого храма. Царь любил водить сюда иностранных гостей. В Петропавловском соборе похоронены почти все российские императоры и члены их фамилии. Здесь находятся могилы Петра и последнего российского государя Николая II Сильвии. По правую руку от нас, от Зимнего дворца до Троицкого моста и дальше за ним, тянется Дворцовая набережная. По задумке архитектора Юрия Фельдена, она объединяет
разрозненные здания в парадной части Невы в единый ансамбль. В бытовом плане каменная набережная укрепляет берег. Изначально осыпание берега предотвращали с помощью деревянных свайк. От соприкосновения с водой дерево быстро приходило в негодность, тогда как гранит считался одним из самых прочных и одновременно благородных материалов. Камень для строительства специально привозили из Финляндии. Вслед за Невой в гранит постепенно одели и все остальные реки. Убедиться в прочности этого материала вы можете сами, ведь набережной перед нами больше 150 лет. Гранитные набережные – это фактически визитная карточка Петербурга. Второй камень, встречающийся здесь не менее часто, правда. Сейчас мы проходим мимо уникального по своему оформлению мраморного дворца. Это трехэтажное здание справа. Нижний этаж отличается по цвету. Он отделан мрамором красного цвета, а второй и третий этажи украшают декоративные колонны из розового мрамора, которые ритмично чередуются с оконными проемами. Дворец был заказан императрицей Екатериной Великой для своего фаворита графа Орлова. Говорят, эскиз дома рисовала сама государыня. Это первое здание в Петербурге, облицованное природным камнем. В отделке использовано 32 сорта мрамора, привезенные не только из разных мест России, но и из Италии. Внутренние помещения также отделаны этим камнем, а в фундамент замурован мраморный сундук с монет. Сейчас мраморный дворец – один из филиалов Русского музея, где выставляется богатейшая коллекция русского искусства. Мы подходим к Троицкому мосту. Деревянная переправа на его месте существовала долгие годы, но постоянный мост построили в начале 20 века. Конкурс на проект моста был международным. Его выиграл француз Гюстав Эйфель, автор Эйфелевой башни. Однако в итоге переправа была построена по проекту фирмы Батиньёль, тоже французской. Они предложили изящную и экономичную арочную систему. Обратите внимание на кружевные пролеты моста. Строительство Троицкого моста являлось важным политическим шагом навстречу Франции, с которой у России тогда были хорошие экономические и деловые связи. Открытие приурочили к 200-летию Санкт-Петербурга. В газетах новую переправу называли французской или парижской красавицей. Широко известен эксперимент советского летчика Чкалова, который пролетел на своем самолете под Троицким мостом на Неве. Исполнил он его, конечно же, самовольно, говорят, для того, чтобы поразить свою будущую жену, за что и был посажен командиром на гауптвахту. Слева, за Троицким мостом, начинается Петровская набережная. Ближе к мосту располагается Троицкая площадь, на которой раньше находился Троице-Петровский собор, давший название многим объектам поблизости. По своему рангу собор считался вторым в Санкт-Петербурге после Исаакиева. Петр I лично вникал во многие тонкости, например, пожарную безопасность, и предлагал инновационные для России того времени решения. Многие идеи император позаимствовал из голландского опыта. В юности он обучался в Голландии кораблестроению, был очарован столицей Нидерландов и намеревался построить на русских землях второй Амстердам. Внешний вид домов, интерьеры, формы крыш делались по голландскому образцу. Оттуда же для работы выписывались многие специалисты. Справа виден летний сад, старейший сад Санкт-Петербурга. Он находится на острове, расположенном между Невой, Фонтанкой, Мойкой и Лебяжьим каналом. Его закладкой в начале 18 века руководил сам император Петр I.
летний сад был устроен в регулярном стиле. Этот стиль в Европе был очень популярен, в особенности во Франции. Неудивительно, что и летний сад проектировал французский архитектор Жан-Батист Леблон. Особенностью таких парков были геометрически выверенные формы и обязательная симметрия всех насаждений. Для украшения своего любимого детища Петр I заказал в Италии мраморные статуи и бюст. Прямые аллеи, фигурная стрижка деревьев, партерные цветники, многочисленные фонтаны, грот – все это великолепие поражало посетителей первой парадной резиденции Петра I. Здесь устраивались знаменитые петровские ассамблеи, принимались иностранные послы. Идея ассамблей была также заимствована русским царем у европейцев. Так назывались общественные собрания, где предписывалось общаться, танцевать и играть в различные игры. Впервые в истории России на такие собрания допускались женщины. Именно с ассамблей в русской культуре началась традиция балов. Обратите внимание на удивительно гармоничный трехпролетный прачечный мост, соединяющий Дворцовую и Кутузовскую набережную. Он возводился в то время, когда по проекту Юрия Матвеевича Фельтона в гранит одевалась сама Дворцовая набережная. Вместе с сооружением набережной через Фонтанку и Лебяжий канавку были перекинуты прачечные и верхнелебяжие мосты. Так прачечный мост стал одной из двух первых каменных переправ Санкт-Петербурга. Мост получил свое название благодаря прачечному двору, который когда-то находился на левом берегу реки напротив Летнего сада. Небольшое двухэтажное здание прямо на набережной – летний дворец Петра I, построенный по проекту Семенинской земли. Двухэтажный дворец предназначенный только для проживания летом, состоит из 14 комнат и достаточно скромен по своей обстановке. Раньше дворец Петра I был с трех сторон окружен водой и соединялся с сушей только со стороны летнего сада. Прямо около него была создана пристань Гавы, куда можно было причаливать на мелких судах. Лодки швартовались специальным поясом, вбитым в стены летнего дворца. При Петре практически все дворцы и даже крупные дворянские усадьбы возводились с обязательной домашней гаванью. Впоследствии все они, как и гавань, были засыпаны. Напротив летнего сада, на противоположном берегу реки Фонтанки, стоит двухэтажное здание с колоннами и куполами, дом номер 6. Здесь в 30-х годах 19 века находилось училище правоведения, из стен которого вышли выдающиеся деятели русской культуры, композиторы Чайковский и Серов, художественный критик Стасов и его брат, известный юрист Стасов. Училище было закрытым и перворазрядным заведением, куда принимали только потомственных дворян. Известная скульптура «Чижик-пыжик» связана со студентами именно этого учебного заведения. В 1917 году в этом доме проходили заседания Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов Крестьянских Депутатов. Мы идем по реке Фонтанки. Сейчас она течет по самому центру Петербурга, но в 18 веке по ней проходила одна из границ города. Река вытекает из Невы и впадает в нее обратно. Такие протоки раньше называли Ерек. Вот и за Фонтанкой сначала закрепилось имя безымянного Ерека. Свое нынешнее название она получила благодаря фонтанам летнего сада. Воду для них подавали по особым трубам, перекинутым через реку из канала неподалеку, а позже прямо из безымянного ерека. Поэтому в народе речку вскоре прозвали Фонтанкой.
мы подходим к Пантелеймоновскому мосту. Его чугунные перила украшают стилизованные изображения римских щитов с воинскими доспехами, а устои для фонарей – это пучки копий с золочеными наконечниками. Мост построен в начале 20 века на месте существовавшего здесь ранее цепного висячего моста и был переименован в честь декабриста Павла Пестова, жившего неподалеку. В конце 20 века мосту вернули прежнее название. А сейчас будьте очень внимательны. За мостом река Мойка, уходящая вправо, берет начало из реки Фонтанки, а к Пантелеймоновскому мосту примыкает первый инженерный мост через Мойку, оформленный в похожем стиле. На его устое слева, почти у самой воды, сидит бронзовый Чижик-Пыжик. Он относится к числу самых маленьких памятников мира. Птичка изготовлена натуральной глиной, его высота составляет всего 11 сантиметров. Наравне с традиционными для города улицами и проспектами Петербург перерезают реки и каналы, которые сейчас используются в основном для туристических прогулок. А пару веков назад были настоящими транспортными магистралями, по которым переправляли людей и товары, ездили по делам и в гости, а в выходные обязательно выезжали на водные прогулки. Оранжево-красное здание прямо по курсу – Михайловский замок. Он стоит в месте, где река Мойка берет свое начало из реки Фонтанки. Замок был построен на рубеже 18 и 19 веков по приказу императора Павла I и стал его официальной резиденцией. Из-за противоречивой политики императора при дворе не любили. Замок создан по мотивам средневековых дворцов. Огромное сооружение поражает мрачной мощью и суровой замкнутостью. Со всех сторон здание было окружено водой. Через рвы были перекинуты подвесные мосты, которые с наступлением ночи поднимались, превращая замок в настоящую крепость. Однако многочисленные предосторожности оказались напрасны. Павел I прожил в Михайловском замке всего 40 дней. В ночь на 12 марта 1801 года он был убит своими приспешниками. После смерти Павла дворец опустел. Царская семья не хотела жить в столь мрачном мире. Замок передали инженерному училищу, в результате чего у него появилось второе инженерное здание. Недалеко от Михайловского замка, на правом берегу Фонтанки, стоит здание, где особенно любят бывать дети. Это Петербургский цирк. Первое в России каменное здание, построенное с учетом цирковой специфики. Инициатива постройки цирка принадлежала итальянскому артисту, наезднику и дрессировщику Гаэтано Чинизелли. Здание считалось одним из красивейших цирковых зданий в Европе. Оно поражало современников совершенством пропорций и изяществом украшений. Не менее наряден был цирк и внутри. Ниже по течению Фонтанки, на левом берегу, за чугунные ограды с золочеными деталями, стоит невысокое, длинное, светло-желтое здание. Это дворец Шереметьево, так называемый фонтанный дом. На фронтоне и на воротах чугунной ограды изображен герб этого известного дворянского рода. Фонтанный дом был тесно связан с развитием русской культуры. Уже в конце 18 века дворец стал центром театральной и музыкальной жизни в Петербурге. Столица был хорошо известен великолепный театр, труппа которого состояла из крепостных Шереметьево. Крепостные театры стояли у истоков российского театрального искусства. Создавались они по желанию помещика, и принадлежавшие ему актеры не имели никаких прав. Могли быть проданы или наказаны, хоть и обучались у специальных преподавателей и балетаристов. После экспроприации в одной из квартир дворцового флигеля
долгое время жила Анна Ахматова. Здесь, в честь столетия поэтессы, открылся ее музей. Именно Ахматова в своих стихах дала дворцу Шереметьево второе название – Фонтанный дом. Рядом с дворцом Шереметьевых вы видите длинное желтое трехэтажное здание, центральная часть которого выделена восьмиколонным торсом. Оно построено в начале 19 века по проекту Джакомо Кваренди в характерных формах старого классицизма для Екатерининского института плодородных гимнов. В наши дни здание принадлежит Российской национальной библиотеке. Институты в Петербурге появились благодаря посвященной монархии Екатерине Великой. Императрица, общавшаяся с выдающимися философами 18 века, проводила активную образовательную политику. Благодаря ей появились частные типографии, учреждения начального образования для всех сословий и первые женские учебные заведения страны. Ниже по течению Фонтанки, на пересечении с главным проспектом города Невским, находится Онищков мост, один из самых известных петербургских мостов. Его украшают четыре скульптурные группы «Укротители коней», изображающие четыре стадии укрощения коня человека. Они созданы архитектором Петром Карловичем Флором и являются одной из лучших работ. История этого моста началась практически с основания Петербурга. Тогда первый деревянный мост, расположенный на этом месте, был границей города. Рядом с Онищковым мостом стоит Онищков дворец. Среди мы видим только часть построек, светлое двухэтажное здание слова. Сам дворец располагается в глубине за ними. Дворец сооружался по велению императрицы Елизаветы Петровны для ее фаворита графа Разумовского. После его смерти дворец был выкуплен в казну. Вступившая на престол Екатерина II подарила дворец своему фавориту князю Владимиру. Онищков дворец очень любил Николай I. Он часто и подолгу жил в нем. Здесь устраивались пышные придворные балы. В этом же дворце царская семья жила, пока восстанавливался Зимний дворец после пожара. В дальнейшем здесь жили наследники престола вплоть до Николая II. Сейчас это место известно всему городу как дворец творчества Юга. Петербург задумывался в том числе и как торговый город, поэтому здесь много внимания уделяли обустройству рек, служивших главными торговыми путями. Основу торгового центра в первое столетие после появления города составили две торговые улицы магистрали – Невский проспект и улица Садовая, тянущиеся параллельно Фонтанке за домами по правую руку. Между рекой и Садовой улицей была огромная торговая зона с несколькими большими рынками. Даже Фонтанка изменила свой внешний облик. Русло реки было спрямлено, набережные заключили в гранит, были оборудованы удобные спуски к реке. Многие изобретения инженеров города были рассчитаны на то, чтобы обеспечить удобную транспортировку товаров. Издалека видны очертания весьма необычного моста с четырьмя гранитными башнями и цепями. Это мост Ломоносова, бывший Чернышев мост. Генерал-аншеф Чернышев был героем знаменитой Полтавской битвы и имел усадьбу неподалеку. Появление этого моста относится к концу 18 века, когда в связи с сооружением набережной Фонтанки через реку было перекинуто 7 однотипных мостов. Только два из них сохранили свой первозданный вид – мост Ломоносова и Староколенкин мост, который находится значительно ниже по течению Фонтанки. В 18 веке Фонтанка была основной судоходной рекой города, поэтому ее мосты были разводны. Башни Ломоносовского моста предназначались для подъемных механизмов,
которые поднимали и раскрывали крылья среднего пролета во время прохождения судов. На набережной перед мостом Ломоносова есть спуск к воде. Слева над ним расположилось огромное 5-этажное здание с большим количеством украшений на фасаде. Перед нами доходный дом Елисеева, одной из наиболее влиятельных купеческих семей 19 века. Этой богатейшей фамилии принадлежало около 20 доходных домов в Петербурге, конный завод, виноградники в Крыму и многочисленные продовольственные магазины. Один из красивейших гастрономов – знаменитый магазин «Елисеевский». Существует до сих пор в специально выстроенном для него здании. Восхищение вызывает то, что родоначальник фамилии Федор Елисеев изначально был крепостным графа Шереметьево. Мост перед нами ведет к богато декорированному зданию с зеленым фасадом справа. Это бывший дом графа Апраксина, в котором сейчас находится большой драматический театр имени Ростовского. Театр был организован в начале 20 века при непосредственном участии писателя Максима Горького и поэта Александра Лобова. В середине 20 века главным режиссером стал Георгий Александрович Костанов. Именно благодаря его огромному таланту театр стал одним из лучших драматических театров страны. Берега рек укрепляли деревом, а позже гранитными плитами. Во многих местах сооружали новые каналы и небольшие гавани для частных лодок. Этого требовало не только желание Петра I превратить Санкт-Петербург в Амстердам, город, где водные пути считались основными, но и необходимость осушения заболоченных земель. Каналы отводили лишнюю воду и частично спасали от разрушительных наводнений, которым долгое время был подвержен город. В первые годы существования Петербурга здесь особенно не хватало рабочих. Первоначально в строительстве были задействованы солдаты армейских полков и обитатели Шлиссельбурга, крепости, расположенной на берегу Невы у Ладожского озера. Главной рабочей силой стали партии крестьян из ближних и дальних уездов, одной из повинностей которых было городовое дело. От каждого уезда выставлялось определенное количество работников с нужным инструментом для заготовки материалов и постройки домов в городе. Такая повинность могла быть выплачена и деньгами. Двухэтажное желтое здание с колоннами и длинным балконом слева от вас – это здание казарм рейхсгвардии Московского полка, построенное в конце 18 века. Отсюда, по призыву офицеров, в день восстания декабристов, полк отправился на 17-ю площадь и пришел туда первым. Всего 30 офицеров-декабристов вывели на площадь около 3000 солдат. Название следующего Семеновского моста связано с расположенными поблизости казармами лейб-гвардии Семеновского полка. Первое упоминание о деревянной переправе относится к началу 18 века. Впоследствии ее заменили каменными. Новый Семеновский мост стал еще одной переправой через Фонтанку, сооруженной по Петровому краю. Каменные угловые дороги и деревянный высотной центральный дорог. Башни с разводными механизмами на опор. В середине 19 века из-за ветхости Семеновский мост был реконструирован. После многочисленных дворцово-парковых ансамблей глаз привлекает неожиданный индустриальный пейзаж. Над набережной возвышаются 4 трубы ТЭЦ-1, выполненные в характерном стиле заводской архитектуры конца 19 века. Это здание имеет долгую историю. Оно было введено в эксплуатацию как электростанция Бельгийского общества электрического освещения. После открытия там была запущена первая в Петербурге паровая машина.
одну из старейших электростанций города называют «спящий слон». Кажется, что гигантское животное гремлет на спине, а четыре трубы – это обращенные вверх слоновьи ноги. Справа нам открывается вид на три трехэтажных дома разных цветов с треугольными фронтами. Очень похожие по архитектуре. Их называют «три сестры». Дома были построены для дочерей первого директора императорской греческой капеллы Тараса. Одна из них была замужем за директором публичной библиотеки и председателем Академии художеств Алексеем Оленевым. Благодаря лояльности взглядов хозяина здесь собирались самые яркие представители художественной интеллигенции. Крылов, Грибоедов, Батюшков, Гнедич, Кипренский, которые зачастую не сходились во взглядах. Здесь же в первые годы после окончания лицея часто бывал Александр Пушкин. Здесь он познакомился с Анной Петровной Керн, в которую был влюблен и которой посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение». На левом берегу фонтанки видно большое желтое здание с колоннами. Это бывшая Обуховская больница. Одна из первых больниц в России, открытая в конце 18 века. Здесь был и дом презрения, и аккумулишок. Первый в России в учреждении подобного рода. Первоначально дом презрения был выкрашен в традиционный для Петербурга желтый цвет. Именно благодаря ему заведение получило народное название «Желтый дом». По легенде, поэт Александр Пушкин, часто навещая в этой больнице знакомого офицера, помешавшегося на игре в карты, задумал свою стиховую дату. Как известно из повести, Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенных споров. Тройка 17 круг. Неподалеку от Обуховской больницы через фонтанку перекинут Обуховский мост. Здесь река пересекается с Московским проспектом. По проспекту проходил путь в Москву и Царское село, ныне город Киев. На этой дороге даже верстовые столбы, сделанные из мрамора и гранита. В сквере на углу Московского проспекта Ленинграда сохранился первый такой столб, отмечавший начало дороги Царское село. Справа за Обуховским мостом находится комплекс зданий Университета путей сообщения. Это одно из первых высших технических учебных заведений России. Институт был создан в начале 19 века. Основной его задачей ставилась подготовка инженеров для производства всех работ в империи. Учебное заведение считалось... Семья Юсуповых – старинный, богатый русский княжеский род. Сначала здесь был деревянный дворец, потом каменный барочный, и, наконец, его перестроили в классическом стиле по проекту архитектора Джакомо Варенги. Владельцы продали дворец в казну, откуда он был закуплен институтом инженеров путей сообщений. Вокруг дворца сохранился пейзажный Юсуповский сад с прудом и крошечными островами для прогулок. Он открыт. Это популярное место среди горожан. Слева между деревьями стоят два небольших здания-близнеца. Следом за ними вдоль набережной тянется ограда Измайловского сада. Его крестным отцом принято считать предприимчивого ярославца Петра Тумпакова. В начале 20 века он арендовал сад на 25 лет и взялся за его перестройку. Купец снес все строения, построил, как писалось тогда, ресторан с застекленной верандой, множеством всяких аттракционов и увеселительных павильонов. Помимо прочего, он построил с помощью архитектора Владимира Шукова театр, назвав его «Театр Путь», и собрал редкую книгу. Вскоре
территории, и сам сад получил название «Сад Фу». Сад открылся спустя несколько лет и в очень короткий срок стал популярным и прибыльным. Театр прекратил свою работу, однако в 1980 году открылся вновь и сейчас работает под названием «Молодежный театр на Фонтанке». Впереди нас Измайл Тумов. Его название связано с летней партией Измайл Тумов, который был транспортирован в Тумов. Молодежи аттракцион сопровождала музыка. Именем Измайловского полка связано название собора, на который вы наверняка уже обратили внимание. Слева за зданиями на набережной виден его красивый синий с золотыми звездами купол. Это собор Святой Живоначальной Троицы, который был полковой церковью Измайловского полка. Чаще его называют Измайловским или Троица Измайловского собора. Здесь состоялось венчание русского писателя Федора Михайловича, а также отпевание композитора и пианиста Антона Григорьевича Рубинштейна. Слева от нас располагается большой квартал параллельных друг другу красноармейских улиц. Это бывшая слобода Измайловского полка. Раньше красноармейские улицы именовались ротами. Регламентировалось не только место расположения полковых слобод, но и ширина улиц. Так, ширина полковых главных улиц должна была быть больше, чем у рот боковых. Каждая рота размещалась в отдельной улице. На протяжении всего 18 века адреса домов в полковых слободах так и указывали. Измайловского полку в 9-й роте. После революции роты переименовались в 1-ю, 2-ю, 3-ю красноармейские улицы и так далее. Следующий за Измайловским, но через Фонтанку, также называется Красноармейский. Построен этот пешеходный мост был в середине 20-го века в связи с необходимостью переброски через Фонтанку теплофикационного. Которая была окраиной Петербурга и называлась Тобол. Берега Фонтанки здесь разительно отличаются от облика всех берегов в центре города. Обитателями Коломны были люди небогатые, и жизнь здесь была совершенно не похожа на жизнь блистательного центра столицы. В Петербург присылали рабочих не только из внешних, но и практически из всех уездов страны. Достигало 40 тысяч. Строители работали по 12-15 часов в день, а в период работы через 5 суток. Только что мы вошли в Крюков канал. В начале 18 века он в транспортных целях был прорыт от реки Невы до реки Мойки. Затем участок от Невы до Адмиралтейского канала был засыпан, и в настоящее время Крюков канал простирается от площади Труда до реки Фонтанки. Канал получил свое современное название в честь подрядчика Семена Крюкова, причастного к его строительству. Длина канала составляет 1015 метров. Раньше Крюков канал соединял не только Фонтанку с Мойкой, но и Неву с Мойкой, то есть был в два раза длиннее. Однако при строительстве моста лейтенанта Шмидта через него часть канала, выходившего к главной реке Санкт-Петербурга, заключили в кирпичную трубу и закрыли. Слева будет Пикалов мост. Вот оттуда и нужно производить подсчет. Пересчитывая мосты, нужно, как водится, загадать желание. От Семимостья вдоль по Крюкову каналу уже видна голубая колокольня и золоченые купола Никольского морского собора. Собор одновременно вмещает около 5000 человек.
Исторически он разделен на две части – Нижнюю и Верхнюю Церковь. Нижняя Никольская Церковь освящена во имя святого Николая Чудотворца, который традиционно считается покровителем плавающих и путешествующих. Верхняя Церковь – во имя Богоявления Господня. При освящении собор был назван морским. В нем отмечались победы российского флота. Из-за того, что Санкт-Петербург располагается на болотистой местности, здесь всегда была острая нехватка стройматериалов. Достать обычный песок было непросто, но особенно стройка на Неве нуждалась в камне. В 1714 году был введен особый налог, действовавший более полувека. С каждого въезжающего в город по земле взимали по 3 камня общим весом 2 килограмма. С каждого приплывающего по воде больше 3 камня весом от 4 до 12 килограмм. Богато украшенный черный дом по правому борту – это доходный дом шоколадного короля Веги, построенный в начале 20 века архитектором Сергеем Осиповичем Овсяниным. Дом построен в стиле неоренессанс и богато декорирован орнаментами и рельефами. Его украшают вторые по величине в Петербурге атланты. Самые большие расположены у здания нового Эрмитажа. Двор этого дома, а также балюстрада и набережная перед ним, часто используются как декорации для кинофильмов. Вдоль всего русла Крюкова канала в середине 18 века были расположены итальянские магазины. Это были хлебные складские помещения, снабжавшие мукой Адмиралтейское ведомство и придуманные на случай народных недовольств, так как в случае резкого повышения розничных цен на рынке там можно было купить муку по более низкой цене. Именно эти магазины стали свидетелями кровавой бойни в день декабрьского восстания. Здесь было установлено орудие, которое по приказу Николая I расстреливало картечью отступавшие с Сенатской площади войска. Вся набережная была в крови. Мы проходим рядом со зданием знаменитого Мариинского театра. Его можно узнать по белым наличникам на окнах, белым же элементам декора и светло-зеленому цвету стен. Он входит в число императорских театров России. На месте нынешнего Мариинского театра располагался театр ЦИК. ЦИК сгорел. На его месте архитектором Альберта Каруса был построен новый театр. Он-то и получил имя Мариинского в честь царствующей императрицы Марии Александровны, супруги царя Александра II. Собственно, Мариинский театр в его нынешней форме открылся в середине 19 века оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Мариинка является пионером среди мировых театров по использованию технологий. Так, в самом конце 20 века была организована первая в истории интернет-трансляция оперного спектакля, а десятилетия спустя состоялся первый в мире телепоказ балета в формате 3D. Так что следите за новостями, театр приготовил для вас еще много интересного помимо основной программы. Слева от нас здание второй сцены Мариинского театра. Это современное сооружение с очень высокими узкими окнами прямоугольной формы и большим стеклянным входом. Его история начинается с конца 20 века, когда руководитель Мариинки Валерий Гергиев обратился к президенту Российской Федерации Борису Ельцину с предложением построить новый театр. Француз Доминик Перро победил в конкурсе на строительство новой сцены. Проект второй сцены Мариинского театра активно обсуждался в прессе, а многие местные жители утверждают, что здание совсем не похоже на театр. Чтобы для Санкт-Петербурга хватило материалов, каменное строительство было запрещено по всей России. Поэтому многие каменщики перебрались из других регионов сюда,
Для них Петербург долгие годы был единственным местом работы. Через несколько минут мы выйдем в реку Мойку. На пересечении Мойки и Крюкова канала находится остров Новая Голландия. Постройки острова из красного кирпича сейчас еле различимы впереди за высокими деревьями. Но когда мы подойдем ближе, вы сможете хорошо рассмотреть огромные окна арки Новой Голландии. Одним из основных назначений комплекса строений, расположенного на острове, была сушка леса для строительства кораблей. Лес в складах хранили по новой для того времени голландской технологии. Сушили не горизонтально, как делали ранее, а ставили бревна вертикально. Отсюда и произошло название острова – Новая Голландия. Проект Новой Голландии был разработан архитектором Савой Чевакинским и доработан инженером Иоганном Герндом. Фасадами занимался другой архитектор – Жан-Батист Вален де Ламот. Каменные галереи служили для сушки дерева, а высокие окна арки позволяли разгружать сырье как с суши, так и с воды. Внутренний двор использовался для обтесывания деревьев, загрузки барж и постройки небольших судов. Там был организован пруд, который соединялся небольшими каналами с Мойкой и Крюковым каналом. В первые годы строительства Санкт-Петербурга Петр I хотел создать вокруг столицы кольцо загородных домов и дворцов. Берега рек, притоков Невы стали загородной местностью. В настоящее время сохранившиеся господские дома этих усадеб находятся в самом центре разросшегося города, а парки были застроены домами в более поздние периоды. До Петра I многие усадьбы возводили следующим образом. На улицу выходил сад или огород, а дом находился в центре усадьбы, окруженный хозяйственными постройками. Петр I же настаивал на том, чтобы все дома выходили фасадом на улицу, канал или реку. Такой характер застройки, скрывавший бытовые неприглядности, придавал городу аккуратный и нарядный вид. Это во многом определило облик Санкт-Петербурга, где вдоль улиц, как правило, видны фасады домов, а парки, дворики и более мелкие постройки скрыты за ними. С момента своего основания Петербург был известен наводнением. Их вызывают циклоны и бамбы. Играла роль и архитектура набережных, так как они были ниже, чем сейчас. Достаточно было, чтобы вода поднялась всего на 1.5 метра, и центральная часть города уже была затоплена. Правда, в наши дни эта проблема решена. Около города построен комплекс защитных сооружений, поэтому неожиданные подъемы воды в Неве жителям уже не угрожают. Если смотреть вперед вдоль Мойки, открывается прекрасный вид на Исаакиевский собор. Предмет личного внимания императоров от Петра I до Александра II собор перестраивался 4 раза. В самой первой Исаакиевской церкви состоялось венчание Петра I и Екатерины Алексеевны. Здание, которое мы видим сейчас, строилось 40 лет. Впереди, справа по борту, находится дворец князей Юсуповых. Это здание желтого цвета с колоннами. Всего Юсуповым принадлежало более 50 дворцов только в России, не считая заграничных резиденций. Но этот дворец, благодаря своему столичному местоположению, считался главным. Он известен тем, что в его стенах был убит Григорий Распутин, крестьянин села Покровское, Тобольской губернии, якобы имевший власть над семьей последнего императора Российской империи Николая II. Говорят, что Распутина отравили, потом в него стреляли и в конце концов утопили. Как оказалось позднее, пара из Германии, которая сидела прямо сзади нас,
ни слова не понимали по-русски. Но, тем не менее, они отправились на эту прогулку, и эта прогулка, как я узнала, им безумно понравилась, даже несмотря на то, что они не понимали, о чем рассказывает гид. То есть им просто понравилась архитектура Санкт-Петербурга. Ну, а у меня на сегодня все. Очень советую вам экскурсию по рекам и каналам. Будете в Питере, обязательно ее посетите. Есть еще одна такая же экскурсия ночная на лодочке, когда можно проплыть и увидеть, как разводят все мосты в Санкт-Петербурге. Я очень хотела на нее попасть, но, к сожалению, у меня просто не хватило времени. Поэтому я отложила эту экскурсию на следующий раз. Вы мне задавали много вопросов о том, вернусь ли я в Санкт-Петербург. Вы знаете, обязательно вернусь, потому что этот город мне безумно понравился. Мне очень понравилась прогулка по рекам и каналам в Питере. Мне понравился Эрмитаж, мне понравился Екатерининский дворец, мне понравился Петергоф, конечно же. На меня произвел неизгладимое впечатление Павловский парк и Павловский дворец. Поэтому всем советую посетить Санкт-Петербург. У меня на сегодня все. С вами была Елена Шарова из Санкт-Петербурга, из города Петра. Всем отличного дня и хорошего настроения!